Здорово. Не прошло и недели, как выходит новое видео. Практически на 50 минут. Полноценная история. Я над ней жестко попотел и надеюсь, вы поддержите меня лайкосом. Канал немного остановился, так давайте сдвинем его с места. Вместе. Подпиской и комментиком. И думаю, в скором времени мы перейдем черту в 200к. Реально, на 150 тысяч. Я думаю, 15к лайков набрать нам не составит труда. Ну конечно же, если вы хотите больше длинных историй. Садитесь поудобнее, вас ждет увлекательное путешествие. Такое же увлекательное, как игра «Викинги». Тебе предстоит героический путь к завоеванию славы. Тренируй воинов, строй здания, стань могущественным ярлом. Лично мне в «Викингах» нравится проработка улучшений различных предметов и развитие тактики. Да, тактика тут очень важна. Лязг топоров сменяется звоном кубков. Грядет большой праздник. Игре «Викинги» стукнуло 5 лет, и в честь дня рождения они проводят мощнейший розыгрыш для новых игроков. Главные призы – iPhone 12 Pro и MacBook Pro. Условия просты. Чтобы получить iPhone Pro, нужно дойти до 15 уровня дворца до конца ноября. А вот MacBook получит тот, кто дойдет до максимального уровня дворца до конца ноября среди остальных участников. Вот малая часть счастливых обладателей призов. За 5 лет существования «Викингов» таких счастливчиков уже сотни. Попробуй и ты, вдруг выиграешь. Розыгрыш состоится 3 декабря. Качайте «Викингов» именно по моей ссылке в описании, если ты хочешь меня поддержать. И ищите меня в игре под ником Чиз. Всем приятного просмотра. Зайдя на сервер, я увидел то, что мой домик еще не пробахали. И мне нужны были ресурсы. И я побежал фармить. Фармить моих соседей. Даже никто и не пытался меня забахать. А так хотелось. Ну мы тогда сегодня устроим как бы. Сделаем так, чтобы они попытались нас забахать. А черепа куда-то мои пропали. И побежал я к самому огромному домику. Они были в онлайне. Это означало, что у них я мог что-то вынести. Блин, а что если к ним запрыгнуть на крышу? У меня лестница есть, изучить ее. Обычно в таких домах всегда что-то открыто. Топ-сет. Увидев топ-сетчика, у меня появился план. Выждать его и забрать его калаш. Найс. Ой, я умер. Он только что мог меня просто расстрелять спокойно. Ну, нормально металла. Я бы столько в моих печках не наплавил. Это точно. За такой короткий промежуток времени. Я помню, я видел домик, я хочу пойти сейчас и изучить лестницу. Мне кажется, они немного в восторге от того, что произошло. Сейчас мы лестницу изучим, они вообще будут кайфовать. Alright, GG, dude, GG. Go. Good luck. А как так произошло? Я стрелял в голове хуйму. Oh no, why you killed nakeds? А, Jesus, сука. Отлично, но только Димас может выкинуть бинтик, чтобы подобрать другой бинтик. Вот так вот. Выкинуть три, чтобы подобрать один. Понимаете, это сильно. О! Дядь, да ты еб... что ли, нахуй? Алло! Я жрал, подними меня, блядь, я побегу домой. Сори, бро. Подними, я домой побегу. Сори, бро. Да трусы. Трусы мне хоть. Так, не подходи ко мне, не подходи, не подходи ко мне.
Я твой фанат! Наступила ночь, и это самое время добавить буферку в моем домике. О, давайте мы сделаем вот такую штуку. Блин, только не знаю, стоило ли ее сюда делать. Как-то так, наверное, сделать. Тут еще выход на второй этаж. Так, хоп, хоп. Обустроив немножечко свой домик, я взял двушку, скрафтил лестницы и побежал на хату этой клонины. Ну, пока он в доме, это бессмысленно расставлять лестницы. Серьезно, у них все закрыто? Капец, эти типы потные, они все двери закрывают. Я не знаю, стоит ли их ждать. На самом деле, я был сильно удивлен. Обычно в огромных домах двери всегда оставляют открытыми хотя бы на крыше. А тут нет, легкого контента не будет. И, кстати говоря, хозяин дома меня услышал и бегал снизу, разбивал потолки. И поэтому мне осталось сделать только одно. Как вам прыжок веры? Челик! Вы понимаете? Челик с этой базы. Он не захотел подняться наверх. Он решил выйти на улицу, зайти в кибитку и снять лестницы, вместо того, чтобы попробовать меня убить. Под моим домом стабильно кто-то бегал, и они пополняли коллекцию моих черепков. The fuck up. Yes, I can. Okay, yes. First a second. Oh, what the fuck? For the window. That's my friend. お前はもう死んでいる。何？ああ。おや。You sucks. You fucking sucks, bitch. Сейчас.
Я хотел зарейдить пару соседских домиков, но бобовку так я найти и не смог. Решил потратить весь свой скрабчик и немножечко обустроить свой домик, поставить еще пару гантрапчиков. Наконец-то за моим окном было спокойствие. Хорошая погодка, ничего не предвещало беды. Но тут я услышал, как возле меня строится кибитка. Это могло означать только одно. Меня пришли рейдить. И в таких ситуациях, если у вас в доме стоят гантрапы и вы понимаете, что шкаф скоро взорвут, нужно их разряжать. Больше ракет тратьте, больше! Эть! Ну ладно, я умер, понял. Я знаю, кто это такие. Как не повезло, что в чирке не было патронов. Они зарейдили коллекцию черепов. Вот все, что мне было жалко, это то, что они чисто разбили мои черепа, которые я собирал. Так долго.
Блин, как хорошо, что я все ресы потратил и весь скраб. И все МВК потратил тоже. Эх, так и заканчивается история моего этого дома. Но это не означает, что я не отстрою новый. Зато у меня теперь есть цель, есть противники. Это круто. Скажу вам по секрету, это были мои стрим-снайперы. В этот момент я стримил на Твиче, и один из них мне выписывал в чат. И тут у меня появился план. Я выключил стримчик, и теперь я мог их нагибать. И они не знали, где бы я находился. И у меня появилась главная цель. Это этот клан на болотах. То, что они в онлайне, это факт. Он с двушкой тут стоит? Ага. Привет. А куда это мы собрались? Офигеть. Надо бежать отсюда и домик отстраивать. Это просто кошмар какой-то. Сколько я типов тут загасил. Вот башни, здесь под елочкой будет стоять наш топовый дом. Мой первоначальный домик уже был отстроен, и я мог начинать охоту за пушками. Пойду заниматься самым интересным занятием. Главное, веселым. Найс. Она еще не фловая была? Вау. Серьезно, СМГ в турели? Да ты чертов гений! О, no! I'm just box! I'm box, my friend! Пау! Я тебе говорил, нельзя в ящик стрелять. Валяйся теперь, Крузберна. О, он с болтовочкой сел. Это плохо. Я взял с собой костюм ящика и отправился на аирдроп. Блин, ну в поле в ящике сидеть, это, наверное, плохая идея. Пс. Пс. И чтоб вы понимали, вот этот вот берданчик меня не увидел. Да, ящик в поле — это же обычное явление. Угу. И тут я не знаю, что произошло. Все бомжи этого сервера сбежались к этому жалкому аирдропу. И тот самый болтовщик, который по мне стрелял, выполнял за меня небольшую работку. Он их убивал, а я подлутывал. Реализовано на 100%. СМГшка. Чувствую я, мне пора отсюда переезжать. И куда-то мне бы переехать. Я даже не знаю куда. Куда-то в зиму, чтобы серу фармить.
Надо подумать. Боже, какой геймплей, классно сидеть в ящике. What are you doing, man? I'm friendly box. Why you try to kill me, man? We didn't. You moved. Да, погодка сейчас ничего такая, прям. Я так скучал по этому дождю. Неподалеку от меня на крыше сидел болтовщик, который очень сильно меня напрягал. Я решил скрафтить лестницы и наведаться к нему. Дождя нет, дождь есть. О, так, так тут еще что-то есть. Hey. Как обычно, чудным образом меня убивает Гантрап. И так как я его убил два раза, я понимал то, что у него на спалке КД, и я успею туда вернуться. Так, идем сюда, прыгаем сюда. Ого. До шкафа я не дошел, но тут и так много ресов. Много шлака всякого. О! И как оказалось, я дипнул каких-то корейцев. Это корейцы? Чё? Немножечко ограбил этих пацанов. Чувак, я ракетницу нашел в этом доме. То, что я нашел ракетницу, это вообще бред. О, плюс сопля. О, два типа. То, что нам надо. Один с ЛР-кой, вау. Минус один. Вау. А как насчет гранаты, козлы? Вот вам граната! Граната, ложись! Бежим отсюда. Убегаем. С какого перепуга я не могу сюда поставить дверь? Из-за этого ящика ты прикалываешься или что? Кстати говоря, я хотел бы вам напомнить, что домик у меня один на один плюс треугольник.
Я всех разъебал! Коллекционер! Да, это я, пацаны. Спасибо, ребят. Ребят, спасибо. О, Чизи, я так и думал, блядь. Пока, брат. Хорошая работа. Подними меня, стой. Я бы с радостью. Ради тебя, Чизи. Я бы с радостью, но... у меня много всего. Пока, брат. Пойду пробую очистить карго. Только мне нужно с собой взять какой-нибудь топорик, чтобы... Ой, или переработать одну ракету на топку. Как хорошо, что у меня тут лодка есть. Ну, Димас, полетели. Карго только заспавнился, и мне нужны были эти ящики. Дай какую-нибудь взрывку, пожалуйста. Хотя бы одну ракету, плес. Ясно. О, калашик, это уже нормально. Ах. Чувак, ракета не выпала ни с одного ящика. Я доплыл до маяка и решил переработать весь ненужный хлам. Думаю, ворота мне не понадобятся, особенно в таком количестве. Гаражку я так и не умею крафтить. Офигенно огромный дом для типа, который бегает с калашами в топ-сете, у которого просто уже миллион скрапа. Неплохой домик. Деревянные двери, почему бы и нет. В итоге я решил отстроить себе новый домик, так как места в моем уже не было. И все это время в чатике я писал о том, что покупаю взрывчатку. И вот нашелся тот самый парень, который мог ее подогнать. Ого. У меня такой же дом. А это мой дом, а там еще мне величайший дом. Это мне по сути... У меня, знаешь, мне кроме взрывки, короче, вообще ничего не надо. У меня, то есть, два ящика пушками уже забито, там калаши, всякая фигня. Немножко навыбивал. Ну, такой соски явно нет. Ого. А у тебя она откуда, с конфет? Нет, я чё, дурак, блядь, я комбатёр, я кланер, стрелял у одного был. Ну, это вот мне англичане отдали. И его в Steam профиле было написано Лондон, что-то там, что-то там. А гантрапов нет? Гантрапов нет. Ого. Детальные машины, думаю, тебе не нужны. Я доспавню. Этот парень тоже был в восторге от клана на болоте. И рассказав ему про свои планы, он решил мне помочь. Неужели это огромную базу рейдят?
Да, эту базу рейдят. И рейдили эту базу мои любимые стрим-снайперы, которые бахали и меня. И так как я знал, где они живут, у меня появился план. Почему бы не посидеть у них под хатой с пуликом? Но мне нужна была помощь, чтобы реализовать этот план. Я позвал бойца Плюшку и бойца Илюшку, и мы сидели и ждали, пока они вернутся. Только тебе нужно будет быстро очень лутать и сваливать. Да, я понял, у меня еще 21 хп, по мне лучник там настреливал. И еще я решил отстроить возле них небольшую отстрелочную. Летит, вижу его. Угу. А остальные что? Остальные там. Не, я их не убью. Один минус. Второй минус, Леся, лутай. Лутай, Леся, быстро. Минус коптер. Пацаны выдвигаются. Леся, быстро нижнего лутай, который сам внизу. Угу. И потом наверх. Они уже бегут. Офигеть. Что быстрее. Быстро лутай и убегай оттуда. Я умер. Бегу. Он по мне сейчас будет. Ты жива? Да. Он по мне. Я ухожу. Чувак на Q20 на вас бежит. Я ухожу тоже. Три хита дал. Много у него? Ракеты были? Да, 4 ракеты забрал. Отлично. Пулемет еще один. Отлично. Типа вижу в топ-сете, бежит на меня. Если я его убью, ты полутаешь? Да. Убил. Хорош, я бегу. Он фул деревом забит был. Я бегу. Очень много два дерева. Два типа вижу. Лутай его и сваливай оттуда. Я не свалю. Ого. Комбатеры жесткие. Коптер летит. Это не они на коптере? Может быть и они. Они. Да, это они. Минус. Минус на коптере. Вон, вижу. Вижу, один бежит. Слева. Ага. Илья. Минус еще один. Мне голову дали. Ты слева? Я без хп, да. Я без хп, у меня хп нет. Есть хилки? 6 бинтов есть. Отлично, неси ко мне. Я наверх влез. Да, не вижу его. Он с пуликом? Да, я спряталась. Трое на горе тебя. Над тобой прям трое. Ты жива? Да, 60 хп, но нет хила. Минус один. Минус второй. У тебя в спине ЛРК, Дима. Я умер. Да, я умер. Все. Иди. Они тут еще. Мне кажется, они что-то подозревают. Просто стоят на У-16 там же. Они капец странные. Ну, 6 их получается. Несите все во вторую хату. Они в пятером пошли. Лол. В любом случае у них минус ракеты, минус 2. Минус калаши, короче, минус 2 коптера. Их оказалось слишком много. Убежать от них не получилось, но ракеты мы у них забрали. И наконец-то я смог их изучить. Чайный столик мы тоже изучим. Нашей главной задачей было зарейдить этих болотников, поэтому мы фармили серку. Он тут еще перед нами должен. А, он в этот компаунд сел, что ли? Он туда за забор сел, что ли? Да, он там. Вижу. Да, вижу.
Он да. Он с пуликом? О, с пуликом. Он один был на коптере, кстати. Чё нафиг? У меня лестница есть. Если мы его убьем, мы его залутаем. Этот меня чекает. Он умер. Они там дальше шкафы ставят. Я могу попробовать залезть к ним. Иди сюда, дай буст. Давай, давай, иду. А ладно, я запрыгнул. Офигеть, у них непроходимый компаунд. Они за стенкой. Плюс пулик. Да какой? А, видишь гаражку впереди? Они да. Только что ее отстроили. Я улетаю. Не надо, комбатеры, не делайте этого. Кто комбатер? Они рейдить собрались. Один минус. Понял, подожди, не спеши. Я бегу. С базукой убила. Минус. Там турель, аккуратно. Окей. У него огнемет. Нас было трое. И этого нам не хватило бы, чтобы зарейдить ту базу в онлайне. Поэтому я позвал Кирюху и Пончика. И пока мы фармили, стрим-снайперы-болотники продолжали кого-то взрывать. А я походу знаю, кто рейдит. У меня пулик. Только нет! Все, я не разбил коптер. Вы сможете добежать ко мне? Одного убил. По мне. Справа. С пуликом. Вижу. Двоих. Full dead пулик. Full dead калаш. Минус. Третий full dead. Там еще один. Дал хиты много. Три хита дал. За дом убежал вниз, со скал спустился. На крыше сидит до сих пор. По мне пулик работает. Full dead. Full dead. Full dead. Пулики, пулики, пулики. Аккуратно. Убил типа на крыше. Хорош. Мы можем их подлутать. Я не знаю, как это сделать. Я фуловый просто. Ко мне отойти можешь? Я скину еще пушки тебе. Я тут много убил, но мало полутал. Давай. На. На пулик, я еще тут с этим постреляю, с калаша. Тип-тип. Убил. Илья, под шкафом залутай меня на... Два хита ему. Он не умер? Нет. Нет. Это он не смог. Да. Я запускал. И надо убегать, все, надо да, убегать. Да. Я понимаю, конечно, мы наглеем, но нет. И как вы видите, когда количество игроков плюс-минус равны, они откисают. Ну, у них РПГхи, они рейдят. Я могу их сбрить с пулика. У меня отсюда прям хорошо их видно. МВ5. Это я. Я убил двоих, еще один остался. По мне работает глушитель. Меня убили. Походу с горы. Добили, нет, снизу. У него пулик. Убил его с пуликом. Может. Ракеты плюс. Ракеты плюс и пулик плюс. И у того ракеты. Да. Капец, мы в нужное время в нужном месте оказались. We killed them, bro, we killed them. О, чизи. Мы их убили, братишка. И чтоб вы понимали, гроб серый мы забили буквально за полтора часа. Пока у нас плавилось серый, мы бегали на каждый рейд, так как нам нужны были готовые ракетки. У меня биг рейд. На мне я нашел где. Они насквозь бурят. Раз, два, три. Вижу три топ-гира. Они на корове. Мы можем их убить и улететь отсюда. По мне... Мы можем подкараулить их с ХВшки. Нет, они меня уже это... спалили. С пуликом один. Минус пулик. Тут еще один с пуликом. По мне наваливает с пулика. Это он же или... Четыре хита типа дал. Должен был умереть.
Он выжил. Я умер. Пока мои ребята дефались, я вернулся туда с еще одним пулеметом. Ракета взлетает, корова. Стреляй, стреляй по ней, пофиг. Это обычные ракеты. Взлетают. О, садят ее. Они сели. Они сели. Пушат вниз. По мне кулик работает. Ты можешь не дохнуть? Не дохнуть. Можешь просто сесть там. Ну как? А, я понял. Тебе какая? Не за что, я в open space, но он не попадает. Наверх поднимаются. Меня убили в спину. Минус один фул. Леся, отходи назад. Я отошла, прикольно нет. Убил! Убил пулик! Убил, наверное. Убил меня. Сишки! Сишки, пулики, ракеты, все у этого. Меня лутает. Китаец. Плавильня идет полным ходом. Ха, это жестко. Сейчас мы еще экспу тут накрафтим. Ух. Ляпота. Да не, оставь, оставь. Мы все зарядим и пойдем сразу за долю секунды все бахать. Накрафтив ракеты, мы решили отстроить там рейд-кибитку, так как рассчитывали на онлайн-рейд. Блин, делать выше ее или такое оставить? Так, смотри. Два пулика на вышку, и два пулика можно забрать вниз. И вот мы уже были готовы выносить болотных стрим-снайперов. Как вдруг нас начали рейдить. Двое, по-моему. Я лечу. Одна ракета осталась. Я лечу. Да, МВК, там еще МВК-дверь осталась? А, все, разбили. Походу, ты сейчас сосва делаешь. Я минт. Дверь поставили. Открывай дверь. Убил одного, фул. Подобрал. Дверь подобрал. Один фул дед, подожди. Ко мне, ко мне, ко мне иди. Он с ракетами. А, нет. Он умер. Хорош. Еще один. Я сейчас зайду, Дим, первый. Посвети факелом. Я не увижу, если ты зайдешь. Справа, справа, справа. Посвети, посвети, посвети. Сейчас. Ну, Дим, погоди. Ты убил? Да. Убил на улице. Меня убили. Минус один. Не знаю, где второй. По-моему, внутри был. Не уверен, конечно. Убил. Все, все минус. Кто это вообще? Что это за наймы? Я не знаю, кто это. Ты возле меня? Нет. С музыкой. Они разбили все гробы. Давай двери наставим. Давай вообще выход с первого этажа застроим нафиг. Это что за трэш-контент? Пока мы собирались, нас это пришли было... рейдить. А. Это совпадение, чешо? На самом деле. Я застроил полностью наш домик, и мы были готовы выносить эту базу. Которой лучше всего видно с вышки. Чё? 5 хп. Поехали. Турели.
Нам бы потолки разбить. Кстати, я мало ракет взял. Бахнулась, да. Тут рейд с калашом. Вообще ничего нет. А наверху челик спит, смотри, залутанный. Ты гантраф видишь? Найс, у них мастера ставят. Ракеты есть? Они все задиспавнили. Вот тут порох есть и скраб. Мы пробахали у них абсолютно все, но так ресурсов и не нашли. Мы даже взорвали у них домики по соседству и даже печку. К сожалению, они все задиспавнили, но нам-то лут особо и не нужен был. Нам была нужна доминация над этими болотными стрим-снайперами. Мы отжали у них несколько рейдов, и у них бомбануло, и они решили ливнуть и все задиспавнить. В итоге мы победили. Да. Ну а мы диспавнить свой лут не собирались. Мы его раздали бомжикам, которые в нем нуждались. Понял. Все, меняй пароль, я погнал. Hello? Do you need my big base? Yes. Follow me, bro. Follow, follow me. Was my lax explosive. Thanks, bro. We raided empty base because big clan despawned all loot because so fucking dumb shit. You know? Shit. Yes. You can take this shit. All stuff for you, my friend. Thanks, bro. Check this box. Thank you, bro. Oh, nice. This is only one day playing on the server. Yeah. This is awesome. Thank you guys, make you change all the password, all the passwords, you know, because all doors are open. Yeah, I will change this fast. Так и заканчивается наша история. Болотные стрим-снайперы были повержены. И надеюсь, вам этот ролик понравился. Не забывайте оставлять комментарии и ставить лайкосики. И только вместе, сообща, мы сможем с вами преодолеть 200к. Всем пока. Call it lesson learned, 'cause I learned how to lose.